Добрый день, вы военный? Да, да. Добрый день. Вы в армии служите, ребята? Да. А я православный христианин, я пацифист, я против войны, против убийств на войне. Хотя не против службы в армии на альтернативных основах. Есть такой фильм, я вам рекомендую, посмотрите, называется «По соображениям совести». Там один молодой... Смотрели, да? Понравился тебе, да? Никого не убил, и в конце войны ему звание там героя присвоили. Вот молодец. Я смотрел и только плакал, и думал, ну почему же он не православный-то? У нас в православии, к сожалению, это... Не присутствует, да. Благословляют на войну священноначалия. Заблуждается в этом вопросе, я считаю. Христос учил любить врагов. Если гонят вас в одном городе, бегите в другое. Он